Наталья Комарова приняла участие в заседании Международного дискуссионного клуба. Темой встречи, проходившей онлайн, стала роль женщин в развитии регионов мира во время пандемии, а также в постковидный период. В России с 1 января 2021 года вступает в силу закон, который обеспечит трудовые гарантии дистанционных работников. И предполагается, что это даст возможность женщинам легче сочетать профессиональные и семейные обязанности. Заседание дискуссионного клуба предваряет Евразийский женский форум, который состоится осенью следующего года в Санкт-Петербурге. И Наталья Комарова предложила разместить на ресурсах форума информацию о проектах, предложенных женщинами по развитию регионов мира в условиях пандемии и в постковидный период. Тем более, что среди авторов этих проектов часть и югорчанки. Не могу не похвастаться, экспертами высоко оценен проект югорчанок, финалисток образовательной программы «Женщина-лидер», о котором сказала уже Галина Николаевна, Ирины Гайченцевой и Анны Задимиченко, проводник в мире креативных индустрий. А этот проект позволяет привлечь школьников к участию в креативной деятельности с помощью уже современных, к счастью или к сожалению, онлайн-инструментов.